Центральный банк Таиланда запретил финансовым учреждениям страны торговать и создавать платформы для торговли криптовалютами, инвестировать в криптовалюту или предлагать обмен, а также предлагать клиентам использовать кредитные карты для покупки криптовалюты. Под запретом и консультирование клиентов по криптоинвестированию и криптотрейдингу. В Центральном банке подчеркивают, что криптовалюты в Таиланде не легализованы, не являются законным платежным средством и во избежание отмывания денег или финансирования терроризма не следует принимать участие в каких-либо криптотранзакциях.